улице Куконковых особое внимание коммунальных служб. Утром глава города посмотрел качество уборки дорог и остался недоволен. Вечером на магистраль выехала колонна комбинированных дорожных машин, чтобы очистить проезжую часть. После обильного снегопада на прошлой неделе здесь образовалась снежная наледь. И как бы сегодня мы с ней боролись. Ледяной накат на дорогах образовался еще 22 ноября, когда весь город в одночасье покрылся белой пеленой. Снег шел, не прекращаясь, 12 часов. Выпала полумесячная норма осадков. Не успевали комбинированные дорожные машины обработать весь город, так как происходило это в том числе в часы пик. Как только нагрузка на дороге снизилась, и уже в вечернее ночное время осуществлялась и повторная посыпка, и прометание, но тем не менее накаты имеются, вот сейчас как раз с ними-то и борются. И по сути-то и просыпку-то не нужно было бы делать в такую погоду. Однако вот в местах, где есть накаты, это только места локальные, эта работа и выполняется. Как следствие, грязь на дорогах. После того, как улицу обработают песко-соляной смесью, лед начинает таять и образуется жижа. Ее-то и сметают комбинированные дорожные машины. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.